26,7. В квалификации больше была оценка, 27,15 было, но вот опять же, как ты заметил, была небольшая помарочка, даже не ошибка. Но я предлагаю списать на то, что она открывает. Она открывала соревнования, волнение все равно присутствовало, зрители. Конечно. На площадку приглашается Боряна Колейн. Это вообще, ну, считается такой главный противник сегодняшних наших гимнасток. Это девушка, которая должна задать по-настоящему очень хорошую интригу и борьбу за чемпионские места. Давайте смотреть. Боряна Колейн, Болгария. Ну что скажешь? Прекрасно выполнила Боряна свое упражнение, Боряна динамично. Коней. Мне очень нравится, что эта гимнастка не теряет форму своих пируэтов в погоне за сложностью с предметом. Ну да, у нее же вообще такая отличительная черта, ее фишка, можно сказать, это вот абсолютно балетные фуэте. Классическая фуэте, она крутит их очень много. Это сразу бросается в глаза. И вот, знаешь, мне на самом деле сегодня от этого финала мне хочется, чтобы все гимнастки действительно показали свой максимум, чтобы была самая настоящая борьба. Понятное дело, что мы болеем за Дину и Арину Аверину, в этом вообще даже может не сомневаться, уверены вы тоже, но хочется увидеть борьбу, и как раз-таки Боряна сегодня, я уверен, составит эту борьбу нам организует. Да. Конечно, конечно, потому что конкуренция, как мы знаем, двигатель прогресса. Ждем оценки. Ну и готовимся, потому что следующий на площадку выйдет Арина Аверин. Сегодня здесь с обручем гимнастки выходят как раз по порядку их баллов в квалификации. Ждем оценку. 26,5 балла. Оценка чуть ниже, чем у Дины Авериной. Но она хорошо выполнила свое упражнение. И вот я смотрю, да.